состав Айнтрахта. Здесь мы видим откровенно атакующую расстановку. Есть надежда на обилие опасных моментов и забитые мячи. А это стартовая расстановка гостевой команды. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. Я Константин Генич и я Георгий Черданцев. В прямой трансляции на ваших экранах немецкая Бундеслига. Очень ждали мы этот матч, скорее бы начало. Многие болельщики скептически относятся к товарищеским матчам, но все же без такого рода матча ни одна подготовка команд не проходит. Где, как ни на поле, определяется основной состав. И вашему вниманию стартовый. И наш матч начинается. На фланге достаточно свободного места. Есть! В штрафную адресаты. Навес нужен. Нет, это не угловой. За боковой линии нужно вбрасывать. Боковой судья фиксирует положение вне игры. Мяч перейдет к сопернику. Да, пас в офсайд получился. Не увидели, где проходит линия. На повторе видно, что положение вне игры действительно было. Свисток арбитра угловой. В центр штрафной мяч направлен. Не получилось тут толком мяч выбить. Локадия! Прошу, вратарика. Только благодаря голкиперу нули остались на табло. Один из них сейчас должен был смениться на единицу. Держит мяч и ищет возможности для атаки. Есть время и пространство для навеса. До Коста. И в последнюю секунду мяч переходит к сопернику.